В Киеве утром приземлился лайнер вице-президента США. У Джозефа Байдена запланирована встреча с Виктором Порошенко. Американского политика встречали хлебом солью у трапа самолета. Основная цель визита – выразить поддержку Украине и отметить 25 лет дипломатических отношений с Вашингтоном. Тем временем в интернете до сих пор горячо обсуждают эмоциональность американского вице-президента. На прошлой неделе он не смог сдержаться на вручении наград в Белом доме. Джо Байден пустил слезу, когда Барак Обама вручал ему медаль свободы. В искренность эмоций поверили не все, и в итоге кавалер стал героем многочисленных мемов в интернете.